Ой. Ну что она не хочет открывать? Смотрите, она не хочет прям. Вот, я стою прям в этой фигни. Блин, что за бред? Ладно, может мне вообще не сюда, я не знаю. Я не знаю, что это не так делаю. Ну, смотрите, здесь она берет эту ручку. Вот, да, видите, берет. А почему тогда ту не берет? А, ну, хотя я понял. Может, надо, типа, стул повернуть? Вот так, типа. Не, все равно не берет. Да почему? Да возьми ты ручку. Бредятина. Вот эту она берет. А ту почему не берешь? Не, непонятно. Если пиксель вообще со мной играешь, я не возражаю. Стул мешает. Не, что-то не про канала, что я там пытался повернуть стул. Закройся в шкафу. Зачем? Ладно, может там была нычка, мы ее не нашли, потому что что-то не получилось. Давайте наверх. Вот грибочки. Так, чемодан, чемодан. Зачем он нам здесь? Ага, ага. А это для чего? Ага. Борис, ты о чем? Опаньки. А что за звук? Пиу-пиу. А, типа можно каким-то образом туда забраться, ага. Понял. Хотя не совсем. А, все, я понял, я понял. Я все понял. Ты не понял, что именно? Иван, привет. Как, кто добрался сюда? Я или о чем-то? Так, тут у нас замок. И что с ним сделать? Так, ясно. Ну, понятно все. Игра очень прикольная. Я очень доволен. Грибок. А, грибок. Они через щелки, видимо, ходят. Вот и весь их секрет. А мы во все щели не можем пролезть. Уи! А там что? Там статуэточка. Там статуэточка. Давайте ее хрена к ним. Лети! Вот такие чуваки монстры здесь. Прикольно. Побежали. Так, что-то звук мне не очень нравится. Бум, бум. Ха-ха, так и знал. Так, а как тут на кнопку нажать? Ага, наверх нам туда не надо, видимо. Так, нам надо на что-то, на чем-то забрать. А, стоп, типа что, все это, не попаду? Кто запер дверь? Открой! Так, ладно, раз... Раз.
А, вот как это работает, понял. Булочка, я понял. Ну я же озвучиваю свои мысли, правильно, да? Типа осознание, понимание. Так, понятно. Блин, все. Из-за тебя я дальше продолжаю говорить это «я понял». Все, молчим. Никто не говорит «я понял». Это да что такое? Слышь, мартыха. Но. Да ты что, издеваешься? Вон, кидай. Да, чтоб тебя. Ты же видишь кнопку, да? Во. Приколистка булочка, блин. Танцуем все, танцуем. Мы едем в лифте, монстры окружают нас. А мне все пофиг. И песня в рифму не идет. Но что-то меня сегодня очень сильно прет. Так, ей плохо, девочка. А, опять она есть хочет. Слушай, ты как... Девочки, вы все такие троглодиты. Ешьте мало, но... ну, как есть, хотите потом быстрее. Голодные вы вечно, короче. Мы-то как наедимся и потом долго есть не хотим. А есть какой-нибудь здесь счетчик, типа, голода, что-то типа того? Танцую, Россия, плачь. Гриб... Марат, в каком смысле я уже ломал руки? Блин, только не умри, вон там дохлая крыса, давай съедим ее. Нет, я не думаю, что ей столько лет, ты видишь, как она маленькая? Это образное выражение. Давай, ползи, кусок мяса, хоть что-то дохлое съедим. Слышите детский голос? Типа она ест то, что попадается под руку. Ой, ужас, что с ней творится? Ого! О! Мы попали в ловушку! Нас поймали! Да, это девочка, Даша, это девочка. Открыть! Откройте! Быстро! Давай! Давай, ты же крутая, давай! Е-е-е! А мы можем освободить этих детей? Ну открой его, не толкай его, чё ты? Короче, она не хочет освобождать остальных. Она только за свою шкуру парится. Ладно. Ты прямо чувствовала, Парселан, что меня сейчас цап, да? Ну-ну-ну. Ты хотела, чтобы меня съели. Я, видишь, ребенка эксплуатирую. Так, мы поняли, что там, а вот что тут. Мне вообще куда надо идти? Опачки. Ну, видимо, туда. Однозначно. Если у меня кошка или собака, Борис, была кошка, к сожалению, точнее кот, к сожалению, он умер в 2010 году, я больше не хочу пока животных.
Эта игра страшнее, чем Outlast 2. Ну, насчет страшнее не знаю, но круче однозначно. Скотина. Да, жалко, естественно, кота жалко. А здесь можно раскачаться? О, я гений, смотрите, я так и знал, что здесь можно раскачаться. Ну кто только, кто умнее меня? Да только я сам умнее себя. Бум! Беги, подруга! Блин, не в ту стенку. Ну ладно, я косой, но я умный. Косой, но умный. Опять раскачиваемся. Раскачиваемся. Прыг! Бежим, 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 бежим. Есть, прошли. Мы прошли. Да ничего, ты чё? Не переживай, у меня все хорошо. Вэрио, здорово. Так, теперь дальше что? Нам прыгать сюда, наверное. А свечку зажечь можно? Да. О, смотрите, гильотина. Кому тут бошки отрубали? Неужели людей загасили эти мелкие твари? Мне как-то не верится. Ой. Так, я что-то слышу. Опаньки. Ах ты, тварь! Ребят, он же... Он наших сородичей фигачит. Так, он может сюда попасть? Так, лучше не шуметь. Лучше не шуметь. Блин, они наших сородичей фигачат. Ну, типа того, да. Варюс, да, согласен. Ларс, привет. Писец! Пошел в пень! За что? Павел, привет. Да, ты опоздал немножко. Сейчас вебки нет. Одиночное прохождение пока без вебки, пока второй карты захват не будет. То, что я вырубаю все, весь интерфейс. Да, блин. Короче, надо было идти на корточках. Смех, привет. Как игра? Игра крутая. Данил, привет тоже. Привет, всем привет. Нет, он их как будто, знаете, как колбаски упаковывает. Видите, как колбасочки? Бумажка, все дела. А, какого хрена? Блин. Да, он по звуку и запаху определяет. Естественно, я понял. Просто я хочу побыстрее пробежать этот момент, где он тут торчит. Блин, а он услышал. Дубль 2. Короче, идем ползком. Идем ползком и не светимся. Зигзагом. Не, он все равно палит. Блин, вот откуда я не шумел? Сервелат московский. Короче, просто сейчас пробежим этот момент. Задолбал он меня цапать за попу. Гребаный живодер. Ой, это живодер, человекодер. Так, сейчас, когда он отвлечется, типа я пойду пулей. Все, 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 мы спаслись, мы спаслись. Мы спаслись. Мы спаслись.
мы спаслись, все. Он нас не видит, не слышит. Все, свали в туман. Свали в туман, друг мой. Иди колбасу делай. Он чует меня, естественно. Давай, Рюс, я знаю. Так, где он там? Беги! Все, мы спаслись. А Outlast был бы то, что это был ужастик. Я там включаю. Ой. А можно это съесть? Писец, мне жалко, что они едят наших. Что за фигня? Я против каннибализма. Ого! Смотрите, ребят. Пипец. Сколько обуви здесь. Сколько эти твари убили наших? Это что за фигня? Слышь? Прыгай на ящик. Что за хрень? Что за змея из дюны? Так, раз, два. Три. Бежим, 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 забирайся. Так, дальше куда? Слишком далеко. Я не успею. Чемодан там. Что делать? Друзья! Ладно, попытаемся. Сдохнем так сдохнем. Беги, 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 телепузик. Беги. Телепуз, ты справился. Ты герой. Я тебя уже люблю. А что там крыса повешена? Смотрите. Здесь крысы еще повешены. Так, что за звук? Так, что за звуки? А-а-а! Твою ж маму! Пошел в пень! Беги! Беги! Спринтер, беги! Он догоняет! Он догоняет! Он догоняет! Он догоняет! Куда дальше? Все, сидим тут. Ну, уже поздно просто рыпаться. Надеюсь, он свою лапу не запихнет туда. Ёшкин кот. Я понял. Так, слушай, не смотри на меня. У него лицо, видите? У него башка как шарик, как будто лицо это слезло. Какого черта, скотина? Марти, привет. Кто-то засушил крыс. Какой-то гриб бегает. Да, гриб здесь бегает. Это было стрёмно, да. Опять спринт. Ну блин, я почти справился. Что за фигня? Напоминаю, ребят, новый зритель, кому нравится, обязательно подписывайтесь на YouTube, Twitch, в группе ВК. Так, все, бежим дальше. Форест Гамп, давай, давай. Беги, Форест, беги. Давай, 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 давай. Беги. Почти, 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 давай, давай, давай. Финишная прямая. Пуэу. Все, я тут сижу. Почти, да, вообще капец. Сейчас справимся, не переживайте. Мы сейчас совсем справимся. А, да как он? Вы видели, как далеко он руку свою запихнул, тварь? Капец, я злюсь уже. Капец, ручки, да капец, вот именно. Он так длинно их пихает, скажем так.
А почему у него ноги такие маленькие, а руки большие? Лучше бы они руками отталкивались, а не ногами. Ну это типа абстракция такая, это же типа маленький хоррор. Надо, короче, на корточках оттуда бежать. Беги, ой, фу ты, да, да, я хотел сказать, смех, беги, беги, смех. Андрей, не-не-не, сейчас я просто на корточках буду уходить отсюда. Дизайн этих монстров напоминает игру «Алиса в стране чудес». Там у создателей фантазия тоже больная была. Ну, там у... Там Алису делал этот... Маги, как его? Забыл его, фамилию помню просто, Маги. Вот у него там фантазия, конечно, да. Напоминает монстра какого-то Слендера. Ну, не то, что Слендера, но что-то напоминает, да. Я лучше подожду. Глеб, босс, привет. И подожди, пока он выйдет оттуда, не так, как ты бежишь. Да чтоб меня. Реально, вот знаешь что, Вэриус? Вот это Глеб, я сделаю, как ты сказал. Подожди, пока он выйдет, а потом я за ним. Я давайте так попробую. Это типа мини-хоррор приключение. Только детское такое. Платформер даже, приключение. Подожди в коробке, да, сейчас я сделаю, да, вот. Глеб хороший сайт дал. Жди, Вася, жди, я не умею ждать. Все, сидим. А буги-буги, я тут танцую в коробочке, пока ты лохматый не найдешь меня, ой. Блин, мне его башка только не нравится, очень не нравится. Это детский хоррор, да. Слава богу, не что-то другое. Я думаю, булочка, ты поняла меня. Это было бы ужасно. А, он подумал, что это мы убежали. Все, я понял. Все, то, что эти грибочки, типа, убежали, он подумал, что это мы. Да, Глеб, молодца, красавчик, друг. Молодца. Так, а теперь надо подумать, куда дальше. Коробку передвинуть. Так, я понял, тут доска. О, там грибок. Не, игрушка очень крутая, мне очень нравится. Простая, но и при этом очень крутая. Ой-ой-ой, чмырь это тут. Это чмырь тут. Вы слышите, как бьется сердечко, да? Понял, да, понял. Напоминаю, кому нравится, обязательно подписывайтесь, кто новенький. Тихо, я иду, тихо. Мы идем очень тихо, ребят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, тут трофей, я должен его сломать. Простите меня, простите. Прости меня, куколка. Слава богу, он это не услышал. Идем дальше, очень тихо. Идем. Идем. Тихо. Это его коллекция, да, наверное, игрушек. Только как отсюда нахрен выбраться, вот в чем вопрос. А, я, кажется, понял. Может, тут где-то? Нет. Нет, не тут. Может, туда можно пройти? Нет. Так, он что-то тронул. А, нам, короче, наверх надо выйти. Смотрел фильм 9? Да, мультик смотрел, да, конечно. Мульт хороший. Эти грибы хотят новый трек намутить, а монстр помнит их предыдущий трек про лёд и побежал их останавливать. А почему у тебя так будет биться сердце? Чё ты боишься? Не-не-не, я сделаю по-другому, погодите, вы не поняли. Стоп, блин, а как туда обратно залезть? Стоп, чё-то тут не то. Ребятки, здесь чё-то не то. Вы запомнили, что мы находимся под полом? А, все, я понял, вот здесь. Да, вот.
Вот-вот-вот, вы поняли, да? Я понял. Короче, до вас дошло, да? Да не надо мне ему руки ломать. Вот сейчас мы здесь поднимемся. А игрушку кинем, его отвлекать. Раз, два, три. Лови, скотина! Да какого х... Капец. Надо было вторую мартыху уже кидать ему. Бесстрашный ублюдок, а? Ну, сейчас попробуем. Можешь бежать, правда, попробовать. Сейчас мартыху опять возьмем. Бери мартыху. Кому сказал? Лови. Беги! Наверх, 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 наверх! Но нет, вот видишь, не работает. Прям бежать не надо, надо еще раз отвлечь. Ты что делаешь? Отпусти меня! Отпусти! Я тебя люблю за то, что меня тут ценят. Да я здесь цех ценю. Попробуй игрушку запрятать, чтобы он ее искал долго. А, кстати, точно, может ее вниз сюда кинуть? Точняк! Слушай, гений! Марти, теперь ты молодец, красавчик. Игра 16+, вроде. Наверное, да, она не детская. Она не для 8-леток там и прочее. Так, 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 так. Давай в дырку падай. Блин. Како... Да чтоб тебя. Сейчас, погодите, что-то не то. Нет, ну в дырку она не попала, эта игрушка, это плохо. А, может с ней туда... Нет, ну что-то сейчас надо по-другому попытаться ее кинуть, да. Сейчас еще раз попытаемся. Сейчас еще раз попробуем. Трем. Так, 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 так. Так, так, вот так. Да, ёпрасоте! А, стоп, сейчас, знаете, еще сделаем как? Вот так. За звуком у нас не слышит. Все, я молодец. Ой! Нас спали... Все, видите, я молодец. Ха-ха, я самый крутой молодец. Кто молодец? Я молодец. Толкай. Толкай эту хрень. Я красавчик. Ну вот я это и сделал, я красавчик, я же говорю. Да, Парселан, я с тобой согласен, что универ там это прикольно. Твое слово мне Мадагаскар напомнили. Твои слова в каком смысле? Какие слова именно? В коробке деньги. Борис Супряков, а кто-то из-за конкурса? Слушай, а мне нравится этот канал не из-за конкурса, а за то, что здесь всех ценят, и сам по себе канал прикольный. Борис, он всегда таким был. Так, 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 что это за хрень? Зачем нам часы? Часы сломаны. Их повесили, заметили? Часы тоже повешены. Давайте проверим, что тут. Так, вроде все пусто. Окей, идем отсюда. Я камикадзе, Мартин. Мартин, я камикадзе. Марти, ты молодец. Марти у меня больше ассоциируется не с Мадагаскаром, а с...
Йопарас это, ребят. Не с Мадагаскаром, а с обратно в будущее. Марти! А, понятно, спасибо за подписку, Борис. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ух, как по ушам ему дает, а? Наслаждайся, засранец. Я понял. Забирайся на часы. Да забирайся ты! Так, они его бесят. Да как я был за деревяшкой? Капец. А ты док? Я док, да. Марти. Ну, Марти, вот мне именно, вот именно с фильма «Обратно в будущее» сердце. Дарья, сейчас попробуем. Может, ты тоже права. Вы все молодцы, ребят. Подсказывайте мне. Блин, башмак надо кинуть. Ты видишь вверх? Во. Да, блин, чтоб тебя, козявка. Да нет, я понял, что бежать. Я про другое, я про то, что... вторая комната, не совсем понятно, надо было, что надо было там, надо сразу спрятаться. Сейчас все сделаем, не парьтесь. Нет, они игру не прошли, просто они умнее меня. До них доходят быстрее. Я-то уже старый. Они молодые. Так, я же не двигался, ты рукастое чмо. Так, сейчас заново, все, сейчас все получится, сейчас все будет. Я просто подожду второго удара часов и все. Вы про каких молодых? Борис, мне 28. Да ёшкин кот, ты чё такая косая? Запах забываешь. Понятно. Интересный факт, если женщина служит год в армии, она может поступить в любой вуз и институт сразу же без сдачи вступательных экзаменов и на бюджет. Но вообще-то раньше так же было для парней, насколько я помню. Блин, спрячься. Не, видимо, реально дальше надо бежать. Я думал спрятаться. Борис, ну я так и понял. Дока 28. Все, теперь понятно, бежим до конца. Я думал заныкаться там. Вот понимаете, что вот 28 уже все, фейлишь такие легкие игры. Я понял, Глеб. Сейчас побежим, кстати. Все, валим. Бегаю. Дарья, ну это я шучу, конечно. Нет, я молодой, крутой чувак. Я просто постебаться. Ты хотя бы не Онегин. Да, скрыть, что сейчас реакция не та.
А ты как будто меня знала в то время, когда мне было 18. А Куплинов как тогда проходит? И по сравнению с ним еще моложе. Да Куплинов вообще, по сути, муравейсник, а выглядит так убого. Как жирный старый пердун. Бежим! Кстати, реальный дизайн уровней здесь великолепен. Это реально мое мнение. Ребят, я эту игру рекомендую. У кого есть 600 рублей, она столько стоит. Покупайте данную игрушку. Очень рекомендую. Скрячет рекомендует. В плане он смысл жизни за один год потерял. У меня всегда был смысл жизни. У меня есть четкий план, что я хочу создать и сделать для всех. Так, где рычаг? Ищем рычаг. Борис, ему не 48, он реально где-то мой ровесник, ты чё? А если ему 48? И это мне так чел этого жалко, потому что он так убого выглядит в свой возраст. Вообще никакого смысла жизни реально у него нет, ты сказал уже раньше. Если ему 48. У него еще есть шанс спастись, но... Я в это как-то сомневаюсь, если честно. Ой, блядь, прыгай наверх, скотина! Он до нас не доберется. Он нас не догонят. Зажигай сохранялку. А что такое, Арам? Причем, почему ты так удивился, Рояль? Похоже. Так что наслаждайтесь по полнохах. Ее критики назвали наследником Лимбо еще чего-то. Инсайд. А булочка, чему ты стараешься? Старайтесь болеть за меня, ребят. Макака, прости. Улетай нафиг отсюда. Ой, я спалился. Туда иди, козлина. Блин, он догоняет, ребята, он догоняет. Малыши, мы спаслись. Так, мне надо подумать. Надо его как-то обдурить. Что у нас тут есть? Так, рычажок — это хрень. Соответственно, видимо, надо его отвлечь этой фигней. Так, сейчас, секундочку. Стульчик-то двинем нафиг. Давай! Давай! Ну, бери эту хрень. Инсайд, да. Он должен дверь мне открыть, да, я понял. Пам-пам-пам. Я изображаю, что я куда-то лезу. Нормально. Я гений. Я обманул лошпеда. А, вон он. Так, надо дождаться, чтобы он отошел подальше. Давай, подруга. Крути!
Все, валим. Ихихи! Откуси, засранец. Опа, опа, куда это мы попали? Вагонетка какая-то. А, я понял. Короче, нас этот газ убьет, я так думаю. Наверняка здесь все нацелено на то, чтобы нас убить. Так что давайте будем аккуратно подозревать все и вся. Это стелс, плюс ток к сокрытию. Не шумит так. Это знаете, как бывает, этот Solid Snake, Metal Gear иногда прячется, иногда такие абсурдные моменты тебя реально не видят. Так и тут. Бум. Это кнопка? Нет? Нет, не кнопка. Так, вагонетку надо сюда. Ты уходишь, Глеб, да? Тогда пока. До встречи завтра. Если сегодня эту игру не пройдем, завтра продолжим ее проходить. Стой, стой, стой. Стой! Ну, блин, ты чё, вагонетка? Так, кто уже с нами попрощался, ребят? Так, давайте забираться наверх. Хренак. Ой-о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 й
Так, я что-то такое не очень приятное слышу там. Опять крыса. А-а-а! What the fuck? А вот это откуда? Вот это скример, детский скример. Словно ниндзя в желтом плаще. Я желтый плащ, летящий на крыльях ночи. Да, но это круче, чем Outlast. Это какой-то корабль. Опа, опа, опа. Ждем, ждем, ждем. Сейчас уйдем. Все, пошли отсюда. Ну или на кры... Нет, ночи, ночи. Я черный плащ. Он с таким... Ну блин, погоди, я не успел сообразить, что тут делать. Как-то он быстро зашел. Самое главное в жизни наклоня... не наклоняться, на... а чем наклоняться? Валим нахрен. Ну отвали, козлина! Пошел в писю. Вот капец он засранец, да? А, стопэ! Не трожь меня! Не трожь, иначе укушу. Да что же эта хрень не хочет открываться? По идее, она должна же открываться. Блин! Руки прочь! Да я не могу эту хрень открыть. Видите? Что за абсурд, черт побери. Не хватается. Может, не туда надо? Не знаю. Стой, 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 стой. Стой, поднимайся. Еще раз прыгаем. Да стой ты, куда ты? Да ёпарасоте, да... Вот это глюк, я сейчас не должен был упасть. Могу еще раз показать, если не верите. Она не тянется просто. Смотрите, ни от себя, ни на себя. Видите? А, она ломается. Понятно, она ломается, короче. Вы видели, мы оторвали кусочек? Сейчас подождем, когда он от нас отстанет. Ой.
Ну что она не хочет открывать? Смотрите, она не хочет прям. Вот, я стою прям в этой фигни. Блин, что за бред? Ладно, может мне вообще не сюда, я не знаю. Я не знаю, что это не так делаю. Ну, смотрите, здесь она берет эту ручку. Вот, да, видите, берет. А почему тогда ту не берет? А, ну, хотя я понял. Может, надо, типа, стул повернуть? Вот так, типа. Не, все равно не берет. Да почему? Да возьми ты ручку. Бредятина. Вот эту она берет. А ту почему не берешь? Не, непонятно. Если Пиксельс вообще со мной играешь, я не возражаю. Стул мешает. Не, что-то не проканало, что я там пытался повернуть стул. Закройся в шкафу. Зачем? Ладно, может там была нычка, мы ее не нашли, потому что что-то не получилось. Давайте наверх. Вот грибочки. Так, чемодан, чемодан. Зачем он нам здесь? Ага, ага. А это для чего? Ага. Борис, ты о чем? Опаньки. А что за звук? Пиу-пиу. А, типа можно каким-то образом туда забраться, ага. Понял. Хотя не совсем. А, все, я понял, я понял. Я все понял. Ты не понял, что именно? Иван, привет. Как, кто добрался сюда? Я или о чем-то? Так, тут у нас замок. И что с ним сделать? Так, ясно. Ну, понятно все. Игра очень прикольная. Я очень доволен. Грибок. А, грибок. Они через щелки, видимо, ходят. Вот и весь их секрет. А мы во все щели не можем пролезть. Уи! А там что? Там статуэточка. Там статуэточка. Давайте ее хренакнем. Лети! Вот такие чуваки монстры здесь. Прикольно. Побежали. Так, что-то звук мне не очень нравится. Бум-бум. Ха-ха, так и знал. Так, а как тут на кнопку нажать? Ага, наверх нам туда не надо, видимо. Так, нам надо на что-то, на чем-то забрать. А, стоп, типа что, все это, не попаду? Кто запер дверь? Открой! Так, ладно, раз... Раз.
А, вот как это работает, понял. Булочка, я понял. Ну я же озвучиваю свои мысли, правильно, да? Типа осознание, понимание. Так, понятно. Блин, все. Из-за тебя я дальше продолжаю говорить это. Я понял. Все, молчим. Никто не говорит, я понял. Это да что такое? Слышь, мартыха. Но. Да ты что, издеваешься? Вон, кидай. Да, чтоб тебя. Ты же видишь кнопку, да? Во. Приколистка, булочка, блин. Танцуем все, танцуем. Мы едем в лифте, монстры окружают нас. А мне все пофиг. И песня в рифму не идет. Но что-то меня сегодня очень сильно прет. Так, ей плохо, девочка. А, опять она есть хочет. Слушай, ты как... Девочки, вы все такие троглодиты. Ешьте мало, но... ну, как есть хотите, потом быстрее. Голодные вы вечно, короче. Мы-то как наедимся и потом долго есть не хотим. А есть какой-нибудь здесь счетчик, типа, голода, что-то типа того? Танцуй, Россия, плачь. Гриб... Марат, в каком смысле я уже ломал руки? Блин, только не умри, вон там дохлая крыса, давай съедим ее. Нет, я не думаю, что ей столько лет, ты видишь, как она маленькая? Это образное выражение. Давай, ползи, кусок мяса, хоть что-то дохлое съедим. Слышите детский голос? Типа она ест то, что попадается под руку. Ой, ужас, что с ней творится? Ого! О! Мы попали в ловушку! Нас поймали! Да, это девочка, Даша, это девочка. Открыть! Откройте! Быстро! Давай! Давай, ты же крутая, давай! Е-е-е! А мы можем освободить этих детей? Ну открой его, не толкай его, чё ты? Короче, она не хочет освобождать остальных. Она только за свою шкуру парится. Ладно. Ты прямо чувствовала, Парселан, что меня сейчас цап, да? Ну-ну-ну. Ты хотела, чтобы меня съели. Я, видишь, ребенка эксплуатирую. Так, мы поняли, что там, а вот что тут. Мне вообще куда надо идти? Опачки. Ну, видимо, туда. Однозначно. Если у меня кошка или собака, Борис, была кошка, к сожалению, точнее кот, к сожалению, он умер в 10-м году, я больше не хочу пока животных.
Эта игра страшнее, чем Outlast 2. Ну, насчет страшнее не знаю, но круче однозначно. Скотина. Да, жалко, естественно, кота жалко. А здесь можно раскачаться? О, я гений, смотрите, я так и знал, что здесь можно раскачаться. Ну кто только, кто умнее меня? Да только я сам умнее себя. Бум! Беги, подруга! Блин, не в ту стенку. Ну ладно, я косой, но я умный. Косой, но умный. Опять раскачиваемся. Раскачиваемся. Прыг! Бежим, 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 бежим. Есть, прошли. Мы прошли. Да ничего, ты чё? Не переживай, у меня все хорошо. Варио, здорово. Так, теперь дальше что? Нам прыгать сюда, наверное. А свечку зажечь можно? Да. О, смотрите, гильотина. Кому тут бошки отрубали? Неужели людей загасили эти мелкие твари? Мне как-то не верится. Ой. Так, я что-то слышу. Опаньки. Ах ты, тварь! Ребят, он же... Он наших сородичей фигачит. Так, он может сюда попасть? Так, лучше не шуметь. Лучше не шуметь. Блин, они наших сородичей фигачат. Ну, типа того, да. Варюс, да, согласен. Ларс, привет. Писец! Пошел в пень! За что? Павел, привет. Да, ты опоздал немножко. Сейчас вебки нет. Одиночное прохождение пока без вебки, пока второй карты захват не будет. То, что я вырубаю все, весь интерфейс. Да, блин. Короче, надо было идти на корточках. Смех, привет. Как игра? Игра крутая. Данил, привет тоже. Привет, всем привет. Нет, он их как будто, знаете, как колбаски упаковывает. Видите, как колбасочки? Бумажка, все дела. А, какого хрена? Блин. Да, он по звуку и запаху определяет, естественно, я понял. Просто я хочу побыстрее пробежать этот момент, где он тут торчит. Блин, а он услышал. Дубль 2. Короче, идем ползком. Идем ползком и не светимся. Зигзагом. Не, он все равно палит. Блин, вот откуда я не шумел? Сервелат московский. Короче, просто сейчас пробежим этот момент. Задолбал он меня цапать за попу. Гребаный живодер. Ой, это живодер, человекодер. Так, сейчас, когда он отвлечется, типа я пойду пулей. Все, 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 мы спаслись, мы спаслись. Мы спаслись. Мы спаслись.
Мы спаслись, все. Он нас не видит, не слышит. Все, свали в туман. Свали в туман, друг мой. Иди колбасу делай. Он чует меня, естественно. Да, Вэрюс, я знаю. Так, где он там? Беги! Все, мы спаслись. А Outlast был, потому что это был ужастик. Я там включаю. Ой. А можно это съесть? Пиздец, мне жалко, что они едят наших. Что за фигня? Я против каннибализма. Ого! Смотрите, ребят. Пипец. Сколько обуви здесь. Сколько эти твари убили наших? Это что за фигня? Слышь? Прыгай на ящик. Что за хрень? Что за змея из дюны? Так, раз, два. Три. Бежим, бежим, бежим. Забирайся. Так, дальше куда? Слишком далеко. Я не успею. Чемодан там. Чё делать? Друзья! Ладно, попытаемся. Сдохнем так сдохнем. Беги, 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 телепузик. Беги. Телепуз, ты справился. Ты герой. Я тебя уже люблю. А чё там крыса повешена? Смотрите. Здесь крысы еще повешены. Так, что за звук? Так, что за звуки? А-а-а! Твою ж маму! Пошел в пень! Беги! Беги! Спринтер, беги! Он догоняет! Он догоняет! Он догоняет! Он догоняет! Куда дальше? Все, сидим тут, сидим тут. Ну, уже поздно просто рыпаться. Надеюсь, он свою лапу не запихнет туда. Ёшкин кот. Я понял. Так, слушай, не смотри на меня. У него лицо, видите? У него башка как шарик, как будто лицо это слезло. Какого черта, скотина? Марти, привет. Кто-то засушил крыс. Какой-то гриб бегает. Да, гриб здесь бегает. Это было стрёмно, да. Опять спринт. Ну блин, я почти справился. Что за фигня? Напоминаю, ребят, новый зритель, кому нравится, обязательно подписывайтесь на YouTube, Twitch и в группе ВК. Так, все, бежим дальше. Форест Гамп, давай, давай. Беги, Форест, беги. Давай, 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 давай. Беги. Почти, 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 давай, давай, давай. Финишная прямая. Уиу. Все, я тут сижу. Почти, да, вообще капец. Сейчас справимся, не переживайте. Мы сейчас совсем справимся. А, да как он? Вы видели, как далеко он руку свою запихнул, тварь? Капец, я злюсь уже. Капец, ручки, да капец, вот именно. Он так длинно их пихает, скажем так.
А почему у него ноги такие маленькие, а руки большие? Лучше бы они руками отталкивались, а не ногами. Ну это типа абстракция такая, это же типа маленький хоррор. Надо, короче, на корточках оттуда бежать. Беги, ой, фу ты, да, да, я хотел сказать, смех, беги, беги, смех. Андрей, не-не-не, сейчас я просто на корточках буду уходить отсюда. Дизайн этих монстров напоминает игру «Алиса в стране чудес». Там у создателей фантазия тоже больная была. Ну, там у... Там Алису делал этот... Маги, как его? Забыл его, фамилию помню просто, Маги. Вот у него там фантазия, конечно, да. Напоминает монстра какого-то Слендера. Ну, не то, что Слендера, но что-то напоминает, да. Я лучше подожду. Глеб, босс, привет. И подожди, пока он выйдет оттуда, не так, как ты бежишь. Да что об меня? Реально, вот знаешь что, Вэриус? Вот это Глеб, я сделаю, как ты сказал. Подожди, пока он выйдет, а потом я за ним. Я давайте так попробую. Это типа мини-хоррор приключение. Только детское такое. Платформер даже, приключение. Подожди в коробке, да, сейчас я сделаю, да, вот. Глеб хороший сайт дал. Жди, Вася, жди, я не умею ждать. Все, сидим. А буги-буги, я тут танцую в коробочке, пока ты лохматый не найдешь меня, ой. Блин, его башка только не нравится, очень не нравится. Это детский хоррор, да. Слава богу, не что-то другое. Я думаю, булочка, ты поняла меня. Это было бы ужасно. А, он подумал, что это мы убежали. Все, я понял. Все, то, что эти грибочки, типа, убежали, он подумал, что это мы. Да, Глеб, молодца, красавчик, друг. Молодца. Так, а теперь надо подумать, куда дальше. Коробку передвинуть. Так, я понял, тут доска. О, там грибок. Не, игрушка очень крутая, мне очень нравится. Простая, но и при этом очень крутая. Ой-ой-ой, чмырь это тут. Это чмырь тут. Вы слышите, как бьется сердечко, да? Понял, да, понял. Напоминаю, кому нравится, обязательно подписывайтесь, кто новенький. Тихо, я иду, тихо. Мы идем очень тихо, ребят. Тихо. Блин, тут трофей, я должен его сломать. Простите меня, простите. Прости меня, куколка. Слава богу, он это не услышал. Идем дальше, очень тихо. Идем. Идем. Тихо. Это его коллекция, да, наверное, игрушек. Только как отсюда нахрен выбраться, вот в чем вопрос. А, я, кажется, понял. Может, тут где-то? Нет. Нет, не тут. Может, туда можно пройти? Нет. Так, он что-то тронул. А, нам, короче, наверх надо выйти. Смотрел фильм 9? Да, мультик смотрел, да, конечно. Мульт хороший. Эти грибы хотят новый трек намутить, а монстр помнит их предыдущий трек про лёд и побежал их останавливать. А почему у тебя так будет биться сердце? Чё ты боишься? Не-не-не, я сделал по-другому, погодите, вы не поняли. Стоп, блин, а как туда обратно залезть? Стоп, чё-то тут не то. Ребятки, здесь чё-то не то. Вы запомнили, что мы находимся под полом? А, все, я понял, вот здесь. Да, вот.
Вот-вот-вот, вы поняли, да? Я понял. Короче, до вас дошло, да? Да не надо мне ему руки ломать. Вот сейчас мы здесь поднимемся. А игрушку кинем, его отвлекать. Раз, два, три. Лови, скотина! Да какого х... Капец. Надо было вторую мартыху уже кидать ему. Бесстрашный ублюдок, а? Ну, сейчас попробуй, можешь бежать, правда, попробовать. Сейчас мартыху опять возьмем. Бери мартыху. Кому сказал? Лови. Беги! Наверх, 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 наверх! Но нет, вот видишь, не работает. Прям бежать не надо, надо еще раз отвлечь. Ты что делаешь? Отпусти меня! Отпусти! Я тебя люблю за то, что меня тут ценят. Да я здесь цех ценю. Попробуй игрушку запрятать, чтобы он ее искал долго. А, кстати, точно, может ее вниз сюда кинуть? Точняк! Слушай, гений! Марти, теперь ты молодец, красавчик. Игра 16+, вроде. Наверное, да. Она не детская, она не для 8-леток там и прочее. Так, 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 так. Давай в дырку падай. Блин. Како... Да чтоб тебя... Сейчас, погодите, что-то не то. Нет, ну в дырку она не попала, эта игрушка, это плохо. А, может с ней туда... Нет, ну что-то сейчас надо по-другому попытаться ее кинуть, да. Сейчас еще раз попытаемся. Сейчас еще раз попробуем. Трем. Так, 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 так. Так, так, вот так. Да, ёпрасоте! А, стоп, сейчас, знаете, еще сделаем как? Вот так. За звуком у нас не слышит. Все, я молодец. Ой! Нас спали... Все, видите, я молодец. Ха-ха, я самый крутой молодец. Кто молодец? Я молодец. Толкай. Толкай эту хрень. Я красавчик. Ну вот я это и сделал, я красавчик, я же говорю. Да, Парселан, я с тобой согласен, что универ, там это прикольно. Твое слово мне Мадагаскар напомнили. Твои слова, в каком смысле? Какие слова именно? В коробке деньги. Борис Супряков, а кто-то из-за конкурса? Слушай, а мне нравится этот канал не из-за конкурса, а за то, что здесь всех ценят, и сам по себе канал прикольный. Борис, он всегда таким был. Так, 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 что это за хрень? Зачем нам часы? Часы сломаны. Их повесили, заметили? Часы тоже повешены. Давайте проверим, что тут. Так, вроде все пусто. Окей, идем отсюда. Я камикадзе, Мартин. Мартин, я камикадзе. Марти, ты молодец. Марти у меня больше ассоциируется не с Мадагаскаром, а с... Ёпрасы-то, ребят.
Не с Мадагаскаром, а с обратно в будущее. Марти! А, понятно, спасибо за подписку, Борис. Тихо-тихо-тихо-тихо! Ух, как по ушам ему дает, а? Наслаждайся, засранец. Я понял. Забирайся на часы. Да забирайся ты! Так, они его бесят. Да как я был за деревяшкой? Капец. А ты док? Я док, да. Марти. Ну, Марти, вот мне именно, вот именно с фильма «Обратно в будущее» сердце. Дарья, сейчас попробуем. Может, ты тоже права. Вы все молодцы, ребят. Подсказывайте мне. Блин, башмак надо кинуть. Ты видишь вверх? Во. Да, блин, чтоб тебя, козявка. Да нет, я понял, что бежать. Я про другое, я про то, что... вторая комната, не совсем понятно, надо было, что надо было там. Там надо сразу спрятаться. Сейчас все сделаем, не парьтесь. Нет, они игру не прошли, просто они умнее меня. До них доходят быстрее. Я-то уже старый. Они молодые. Так, я же не двигался, ты рукастое чмо. Так, сейчас заново, все, сейчас все получится, сейчас все будет. Я просто подожду второго удара часов и все. Вы про каких молодых? Борис, мне 28. Да ёшкин кот, ты чё такая косая? Ты про запах забываешь. Понятно. Интересный факт, если женщина служит год в армии, она может поступить в любой вуз и институт сразу же без сдачи вступательных экзаменов и на бюджет. Но вообще-то раньше так же было для парней, насколько я помню. Блин, спрячься. Не, видимо, реально дальше надо бежать. Я думал спрятаться. Борис, ну я так и понял. Дока 28. Все, теперь понятно, бежим до конца. Я думал заныкаться там. Вот понимаете, что вот 28 уже все, фейлишь такие легкие игры. Я понял, Глеб. Сейчас побежим, кстати. Все, валим. Бегаю. Дарья, ну это я шучу, конечно. Нет, я молодой, крутой чувак. Я просто постебаться. Ты хотя бы не Онегин. Да, скажи, что сейчас реакция не та.
А ты как будто меня знала в то время, когда мне было 18. А Куплинов как тогда проходит? И по сравнению с ним еще моложе. Да Куплинов вообще, по сути, муравейсник, а выглядит так убого. Как жирный старый пердун. Бежим! Кстати, реальный дизайн уровней здесь великолепен. Это реально мое мнение. Ребят, я эту игру рекомендую. У кого есть 600 рублей, она столько стоит. Покупайте данную игрушку. Очень рекомендую. Скрячет рекомендует. В плане он смысл жизни за один год потерял. У меня всегда был смысл жизни. У меня есть четкий план, что я хочу создать и сделать для всех. Так, где рычаг? Ищем рычаг. Борис, ему не 48, он реально где-то мой ровесник, ты чё? А если ему 48? И это мне так чел этого жалко, потому что он так убого выглядит в свой возраст. Вообще никакого смысла жизни реально у него нет, ты сказал уже раньше. Если ему 48. У него еще есть шанс спастись, но... Я в это как-то сомневаюсь, если честно. Ой, блядь! Прыгай наверх, скотина! Он до нас не доберется. Он нас не догонят. Зажигай сохранялку. А что такое рам? Причем почему ты так удивился, Рояль? Похоже. Так что наслаждайтесь по полной. Ее критики назвали наследником Лембо еще чего-то. Инсайд. А булочка, чему ты стараешься? Старайтесь болеть за меня, ребят. Макака, прости. Улетай нафиг отсюда. Ой, я спалился. Туда иди, козлина. Блин, он догоняет, ребята, он догоняет. У-у-у! Малыши, мы спаслись. Так, мне надо подумать. Надо его как-то обдурить. Что у нас тут есть? Что у нас тут? Так, рычажок — это хрень. Соответственно, видимо, надо его отвлечь этой фигней. Так, сейчас, секундочку. Стульчик-то двинем нафиг. Давай! Давай! Ну, бери эту хрень. Инсайд, да. Он должен дверь мне открыть, да, я понял. Пам-пам-пам. Я изображаю, что я куда-то лезу. Нормально. Я гений. Я обманул лошпеда. А, вон он. Так, надо дождаться, чтобы он отошел подальше. Давай, подруга. Крути!
Все, валим. Ихихи! Откуси, засранец. Опа, опа, куда это мы попали? Вагонетка какая-то. А, я понял. Короче, нас этот газ убьет, я так думаю. Наверняка здесь все нацелено на то, чтобы нас убить. Так что давайте будем аккуратно подозревать все и вся. Это стелс, плюс ток к сокрытию. Не шумит так. Это знаете, как бывает этот Solid Snake, Metal Gear иногда прячется, иногда такие абсурдные моменты тебя реально не видят. Так и тут. Бум. Это кнопка, нет? Нет, не кнопка. Так, вагонетку надо сюда. Ты уходишь, Глеб, да? Тогда пока. До встречи завтра. Если сегодня эту игру не пройдем, завтра продолжим ее проходить. Стой, стой, стой. Стой! Ну, блин, ты чё, вагонетка? Так, кто уже с нами попрощался, ребят? Так, давайте забираться наверх. Хренак. Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не разбился. Так, я что-то такое не очень приятное слышу там. Опять крысы. А-а-а! What the fuck? А вот это откуда? Вот это скример, детский скример. Словно ниндзя в желтом плаще. Я желтый плащ, летящий на крыльях ночи. Да, но это круче, чем Outlast. Это какой-то корабль. Опа, опа, опа. Ждем, ждем, ждем. Сейчас уйдем. Все, пошли отсюда. Ну или нет, ночи, ночи. Я черный плащ. Он с таким... Ну блин, погоди, я не успел сообразить, что тут делать. Как-то он быстро зашел. Самое главное в жизни наклоняться. Не наклоняться, нам о чем наклоняться. Валим нахрен. Ну отвали, козлина. Пошел в писю. Вот капец он, засранец, да? А, стопэ! Не трожь меня. Не трожь, иначе укушу. Да что же эта хрень не хочет открываться? По идее, она должна же открываться. Блин! Руки прочь! Да я не могу эту хрень открыть. Видите? Что за абсурд, черт побери. Не хватается. Может, не туда надо? Не знаю. Стой, 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 стой. Стой, поднимайся. Еще раз прыгаем. Да стой, ты куда ты? Да ёпарасоте, да. Вот это глюк, я сейчас не должен был упасть. О, блин. Она тупанула, она мне что-то сейчас не прыгнула. Да что ж ты не хватаешь-то эту хрень? Ребят, я пока не могу понять, как за эту хрень схватиться. Ой-ой-ой, мне в заднице.
Ты кнопку схватить жмешь-то? Нет. Какая здесь кнопка? Здесь нет кнопки. А, ты про ту кнопку? Я не понял, про какую кнопку, потому что здесь нечего кинуть. Клетку я тоже об этом подумал, но я думаю, что она не потянется. Потому что он даже не может ее сдвинуть. Ой! Павел, ты про кого там? Ты про этого с руками? Ну, давайте попробуем ее пододвинуть. Нет, нельзя, видите, нельзя клетку двигать. В чем тогда смысл? Тут я уже проходил. Ларс, ты тоже это кому? Я нет, первый раз прохожу. Да блин, я должен открыть этот рычаг наверху. Я уже это понял. Ну как? Почему я не могу допрыгнуть? Вот, видите, я нажимаю R1, чтобы схватиться. Не берется он. Блин, ребят, я не въезжаю. Не, мне нравится. Нет, она не страшная, но мне она, игрушка, нравится. Это не ужастик, это приключение, ну, типа платформер. Так, вопрос, как туда запрыгнуть? Да берись ты уже за эту рыбочку. Может, его сюда надо приманить? Я не понимать. А, может быть, стоп, я понял. Сейчас попробуем. А что если... Не трожь меня, противный! А сдвинуть эти ящики нельзя, короче, отстой. А это сдвинуть можно? Короче, походу сюда надо запрыгнуть, ну как? Еще раз пробуем. Я, короче, буду пытаться, пока не зацеплюсь. Да, чтоб тебя! Нельзя. Ни к нему, ни на себя. Могу еще раз показать, если не верите. Она не тянется просто. Смотрите, ни от себя, ни на себя. Видите? А, она ломается. Понятно, она ломается, короче. Вы видели, мы оторвали кусочек? Сейчас подождем, когда он от нас отстанет.